Первый этап реконструкции корпуса поликлиники номер 1 Одинцовской областной больницы на улице Маршала Бирюзова завершен. Комплексная реконструкция четырехэтажного здания позволила существенно увеличить площадь медицинского учреждения. На них разместятся отделения восстановительной медицины, функциональной диагностики и стоматология. Отметим, что здание полностью адаптировано для комфорта маломобильных пациентов. Учреждение, рассчитанное на 500 посещений в смену, уже в июне примет первых посетителей.